Вот несколько товаров из видео, которые я вам покажу и разыграю кое-что интересное. Подготовил я сегодня для вас 15 очень полезных кухонных устройств, которые вы сможете заказать 11.11 с приятными скидками. Кто досмотрит видео до конца, сможет принять участие в розыгрыше интересного приза. Ну и купоны есть в описании. Защита водостока от запахов и насекомых. Очень частой причиной неприятного запаха в ванной или на кухне возле раковины становится водосток. Также по нему любят путешествовать тараканы, попадая таким образом в жилье по трубам. Используя эту защиту, значительной части перечисленных проблем можно избежать. Приспособление представляет собой силиконовый клапан, который устанавливается в канализационную трубу и позволяет жидкости беспрепятственно уходить в систему водоотведения. После этого он автоматически закрывается, препятствуя выходу запахов и насекомых наружу. Клапан отличается простотой установки и повышенной гибкостью. Его невысокая стоимость позволяет купить сразу несколько таких приспособлений для оборудования стока в душе, на кухне или от стиральной машины. Автоматическая машинка для приготовления лапши выдает готовую лапшу по нажатию всего на одну кнопку. При этом с помощью насадки можно легко менять форму получаемого продукта. Таким образом, получить на выходе можно не только классическую пасту, но и заготовки для приготовления пельменей. Управление устройством осуществляется с помощью кнопочной панели и цифровым индикатором времени. Мощность прибора составляет 260 Вт. По своим габаритам он сопоставим с электрической мясорубкой, то есть не займет много места на кухне. Стойка для кухонных лопаток и ложек. Во время приготовления еды лопатки и ложки, используемые для перемешивания и переворачивания еды, зачастую остаются без подходящей опоры и пачкают стол. Избежать этого можно с помощью простой подставки. Всего в ней 4 углубления, что позволяет разместить рядом сразу несколько востребованных приспособлений для манипуляций с приготовляемой пищей. Наличие поддона не дает жидкому содержимому испачкать кухонные поверхности, так как все оно стекает внутрь, когда лопатки не используются. Также здесь можно установить небольшую крышку от кастрюли или сковороды. Приспособление для смачивания губки. Оно представляет собой прозрачный контейнер с верхней площадкой лифтом, размеры которой соответствуют формату большинства стандартных губок. Для того, чтобы смочить губку, достаточно поместить ее внутрь ограничителя и одной рукой нажать на нее. Простой механизм подачи чистящего средства поможет равномерно пропитаться ее пористой грани. Всего внутрь помещается 385 мл жидкости. Емкость легко перезаправляется, когда средство внутри подходит к концу. В качестве губки можно использовать любую, которая подходит по размерам. Корпус приспособления изготовлен из АБС-пластика и по своим габаритам подходит для размещения на краю раковины. Большинство владельцев газовых плит всю жизнь пользуются стандартными конфорками и даже не подозревают, что их легко улучшить. Сделать это можно с помощью этого рассеивателя. Приспособление крепится поверх штатной конфорки и представляет собой окружность, внутри которой натянуты нити. Такая конструкция улучшает параметры огня и позволяет экономить энергию. Наличие отверстия по периметру обеспечивает приток воздуха. Диаметр рассекателя составляет 14 см и подходит для посуды с большим основанием. Изделие изготовлено из нержавеющей стали и крепится к плитке с помощью трех болтов, которые входят в состав комплекта. Пользователи приспособления отмечают, что оно хорошо подходит для томления. Защитная ситечка для раковины. Если слив раковины на кухне ничем не защищен, то очень быстро труба за ним забивается остатками пищи и требует тщательной прочистки. Для улавливания наиболее крупных частиц используют различные виды решеток. Приспособление изготовлено из нержавеющей стали и обладает удобной запатентованной конструкцией. Выступ по центру позволяет быстро извлекать решетку всего двумя пальцами в любой нужный момент. Для очистки содержимого углубления достаточно вытряхнуть его в мусорное ведро. Другой функцией выступа является приподнимание посуды над уровнем слива таким образом, чтобы оно не препятствовало свободному водостоку. Изделие рассчитано на длительный срок службы и очень просто отмывается от загрязнений. Перед обладателями небольших кухонь всегда остро стоит вопрос рационального использования доступного пространства. Для того, чтобы уместить все необходимое для комфортного приготовления пищи, приходится прибегать к различным системам хранения. В этой полочке для размещения кухонной утвари предлагается 5 уровней. Каждый из них представляет собой сетчатую площадку, на которой можно разместить сковородку, кастрюлю или другие принадлежности для готовки. Каркас полочки состоит из 3 вертикальных ребер, выполненных из нержавеющей стали. Комбинированная щетка для мойки стаканов. Каждый, кто регулярно сталкивается с необходимостью мыть стаканы, кружки и бокалы, из раза в раз решает одну проблему. Дело в том, что из-за узкой горловины дотянуться пальцами до дна таких емкостей не всегда представляет возможным.
Обычно для этой цели используются ёршики, но данные приспособления гораздо лучше их по многим параметрам. Стойка состоит из двух щеток, одна из которых установлена вертикально, а длинные щетинки второй направлены перпендикулярно первой. Таким образом, стакан, расположенный открытым концом к низу, отлично промывается снаружи и внутри. Для вертикальной и горизонтальной установки на кухонную раковину или другую подходящую поверхность здесь предусмотрено три присоски. Универсальная алюминиевая наклейка для кухни. Фольга используется на кухне не только для приготовления блюд. Данная алюминиевая наклейка предназначена для защиты любых типов поверхностей от скопления на них пыли и образования плесени. Материал обладает превосходными водоотталкивающими свойствами и может использоваться для нанесения на стену за плитой, а также в качестве подкладки в шкафчиках и ящиках. Для нанесения пленки достаточно приклеить ее к выбранной поверхности и разгладить от пузырей воздуха. Наклейка легко очищается от любых типов загрязнений и обладает приятным геометрическим узором. Формой выпуска фольги являются рулоны размером 40 на 100 см. Для того, чтобы не засорять сточные трубы, большую часть пищевых отходов, многие из нас попросту вываливают в мусорное ведро, где они уже через сутки становятся причиной неприятного запаха и привлекают вредителей в виде тараканов и грызунов. Гораздо более правильным, современным и безопасным решением является использование специального пищевого утилизатора. Такое приспособление устанавливается под слив раковины и с помощью встроенного патрубка соединяется с канализационной системой. Остатки пищи, включая кости, скорлупу от яиц, части овощей, фруктовые корки и даже твердые оболочки орехов, попадая внутрь агрегата, перемалываются двумя прочными ножами из титанового сплава. Измельчение производится до такого состояния, которое позволяет легко смыть их водой из крана и не беспокоиться о забивании труб. Смеситель с сенсорным выключателем. Такие современные краны уже завоевали популярность в современном образе жизни, особенно в отелях, ресторанах, домах, туристических направлениях и так далее. Этот кран хорошо работает на кухне. Когда вам нужно помыть несколько вещей, а также сосредоточиться на другой задаче, этот кран поможет вам запустить поток воды одним касанием и упростит вашу работу. Усовершенствованная сенсорная технология обеспечивает мгновенный отклик и помогает выполнять работу быстрее. Конструкция с одной ручкой обеспечивает гибкое и простое управление потоком воды. Этот смеситель для кухонной раковины имеет 360-градусный поворотный излив и распылитель, которые полностью доходят до раковины для удобной подачи воды. Он оснащен двухфункциональным распылителем головкой, такой как струя и спрей, которая переключается с аэрированного потока на мощный спрей для очистки в тяжелых условиях. Его антипригарное покрытие поверхности предотвращает появление отпечатков пальцев и водяных пятен для более чистой кухни. Этот кухонный кран прост в эксплуатации, а также прост в установке. Необычные силиконовые перчатки для мытья и чистки посуды. Специальная конструкция перчаток создана для эффективной замены классической губки для мытья посуды. С помощью специальных щетинок очень удобно мыть кастрюли и посуду, а также сложно очищаемые поверхности. Кроме того, перчатки отлично подойдут для мытья сантехники, чистки текстильных поверхностей и многого другого. Прочный силиконовый слой отлично защищает от ожогов и горячей воды. Как тыльная, так и внутренняя сторона перчатки может быть использована для мытья посуды. Специальные щетинки и пупырчатая поверхность отлично заменят классические чистящие губки и металлические щетки. Перчатка изготовлена из экологически чистого силиконового материала. Он устойчив к высокой температуре от минус 20 до 200 градусов. К тому же материал не токсичен и не имеет запаха. Толщина силиконового слоя позволяет достать посуду из пароварки и микроволновки без риска обжечься. Разделочная доска от Xiaomi. Информации про нее в интернете очень мало. Доска сделана из сплава алюминия 1060. Это экологически чистый материал. Она идеально подходит для разморозки продуктов. Доска снижает рост микробов и предотвращает потерю питательных веществ. По сравнению с холодной гидролизной заморозкой, скорость оттаивания намного быстрее, чем холодный гидролиз. По сравнению с микроволновым оттаиванием, предотвращает потерю внешней структуры и разрушение питательных веществ, сохраняет оригинальный аромат компонентов. Такая размораживающая доска может быть изменена в зависимости от окружающей среды и температуры. Когда размораживающая тарелка помещается в морозильную камеру на 10-15 минут, она становится холодной. После того, как вы вынули пищу, которую нужно сохранить свежей и холодной, то на этой доске еда будет прохладной 20-30 минут и не нагреется, так как сама доска будет держать холод. Силиконовый дуршлаг-корзина.
промыть овощи и фрукты, крупы, рис и макаронные изделия вы сможете с помощью силиконового дуршлага. Дуршлаг изготовлен из высококачественного пищевого силикона, который легко сжимается в руке. Таким образом, вы можете сложить или свернуть дуршлаг в компактную форму, и при хранении он занимает минимум места. Такой легкий дуршлаг особенно удобно брать с собой в поездки и отпуск. Он изготовлен из высококачественного термостойкого силикона, который выдерживает температуру от минус 40 до 230 градусов. Его можно мыть в посудомоечной машине или вручную. Также вы можете использовать силиконовый дуршлаг в микроволновой печи, например, как крышку для блюда. Также вы можете накрыть тарелку с едой и положить его в холодильник. Складной дуршлаг отлично справится с этой задачей. Крышка-экран от брызг. Иногда такие простые и недорогие вещи настолько облегчают жизнь, что даже представить невозможно, как раньше справлялись без них. К этой категории относится и этот защитный экран от брызг. Это удивительная крышка из силикона, которая пригодится в каждом доме. Вы можете использовать ее в самых разных ситуациях. Приготовке в микроволновке, разогреве блюда, на плите и так далее. После использования антибрызг можно просто отправить ее в посудомоечную машину. Благодаря специальному отверстию вы можете подвесить аксессуар на крючок для кухонной утвари. Изделие будет использоваться в быту очень часто и не утратит свой первоначальный внешний вид. А вот и конкурс. Призом у нас будет сегодня мини-камера для дома либо для кухни, чтобы понаблюдать, кто объедает холодильник ночью. А еще можно установить ее незамеченной на улице, тоже хороший вариант. Условия очень простые. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк видео, поделиться роликом со своими друзьями в соцсетях и написать в комментариях, что вы планируете купить на Черную пятницу 11.11. Спасибо всем, кто поддерживает канал лайками и подписками. Увидимся!